Вон еще один. Бум! Как он подпрыгнул. Ладно, играем это. Есть! А, что? Стреляют, да? По мне стреляют. Бич! Ау! Приветствую, дамы и господа. И вновь мы играем в MechWarrior 5, который Clans. Так, ну, кроме кампании тут ничего и нет, насколько я понимаю, так что будем продолжать проходить кампанию. Ну, в принципе-то нам предоставлено одно задание, и как бы вот выбор небольшой, как в принципе в прошлый раз. Это задание в прошлый раз не предоставлялось. Ну ладно, раз уж дали, в этот раз поедем, покатаем. Star Commander Jayden, you were ordered to deliver results, and your star has come through. We have pieced together the intel recovered from your last operation, and the results are promising. The reports indicate Valisek and his band of pirates have taken refuge in a partially dried up riverbed, surrounded by a complex network of rock overhangs. Clan intelligence has been unable to ascertain Valisek's exact numbers. However, we have identified thermal signatures consistent with the missing dropship reactors. It is our belief that Valisek is using the reactors to power his secret encampment in the mountains. You must insert and investigate the sources of the heat spikes. Once you visually confirm the target dropship reactors, destroy them. Then the bandits will be flushed out into the open. Valisek will be forced to honor the Batchal one way or another. Your performance thus far has inspired confidence, Cobalt Star. See that it continues. Ну вот, такие дела. Опять этот Васёк, Василёк, Василиск. В общем, беспределец, сволочь. 205 тонн масса. Ну, в принципе, у нас как бы по массе там нет. Так, я немножко забрался в эту самую, как ее звать-то, господи, прости, в сервис и поменял немножечко себе оборудование. Посмотрим, что из этого получится. Вместо одного гаусса у меня теперь два лазера больших и ракетница. Вот. А то сколько можно? По сути, я повторяю путь Mercenaries. Там я тоже начинал кататься на мехах, на таких. Вот какого тебе его дали, на таком ты и поехал. Но как бы постепенно это стало надоедать. И здесь мне это надоело очень быстро. Поэтому сейчас буду что-нибудь расковыривать, менять и так далее, комбинировать. Возможно, этим гавриком тоже надо будет что-нибудь поменять, но... Проблема в том, что я не знаю, что это за оружие. Я во вселенной в этой плохо разбираюсь. Соответственно, если написано такой-то лазер, ну, там, ну, циферки, ну, еще что-то. А что это, где это, не очень понятно. Поэтому надо пострелять, посмотреть. И тогда уже разобраться, что называется, на месте. Так, ну что? Что у меня 92? Что у меня 92? Починить. Вот так. Так, оно как-то получше будет. Ну что, поехали. Погнали смотреть, что там получилось у меня. Jaguar Ops, Condor 108. Approaching LZ. No hostiles in the area. Standing by for drop clearance. Acknowledge, Condor 108. Clearance authorized. Drop at your discretion. Nothing on scanners. Opening key bay door. Prepare for drop. Cobalt Star, immediate deployment at the planned LZ. Deploying mech assets. Blanche. We are up and running. Так, сейчас цит, все стоять. Лазер и СРМ. Блин, СРМ это РМД или
Или как там вторые назывались? Так, ну поехали. Лазеры греют. А, ну я в водичке ползу, мне сейчас пофигу. Так, ракетки сами по себе не выстреливаются, соответственно, они ждут цели. Значит, это самонаводящиеся, я так понимаю. Валить его, валить! Куда он делся? Погодите, 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 стоп, 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 назад, 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 назад. Ко мне, 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 ко мне! Не тупите. Держи. А вот теперь атакуем. Что-то я ему оторвал. Минус. Минус, 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 минус. Ты. Ассасин, это прикольно. А что я с ним? Задумался? А что? Стреляют, да? А мне стреляют. Дыщ. Ау. Миссил инкоминг. Так, идем дальше. Так, ну лазеры вроде забавные, но греют. Шо писец. Шо писец греют. Тих. Вас там много? Тихо. Вот этого вот. Убирайте его. Да какого ж ты делаешь, ты? Ты тыщ. Звук забавный. Звук смешной. Но ракеты летают действительно прикольно. Отойди от него. Ракеты очень напоминают нары, которые с вертушек запускаются. Прям очень похоже. Недолет. Чё? Он, значит, по мне шараш, что я по нему нет? Так, пусть отрабатывают пока. Я просто не хочу выходить под двоих, под фокус сразу же. Одного отработать, потом второго. Сейчас он бумкнет и мост сломается. Отходим. Центр рубит. Еще раз по центру ему дайте привет. Ох, как он аж подпрыгнул! Вниз не свалится? Нет, не свалился. Он еще один. А лазер это жгут, я вам скажу. Жгут. Как по мне, эффективнее, чем один гаусс. Да отойди ж ты, господи, черт тебя подрал! Все, развалился. А где-то цель? А где она? Ой, вертушки. Один минус. Куда вы работаете? Что там, танкетка едет? Вертушка. Падай! Падай, сволочь! Минус. Хорош. Минус. Тихо. Так. Не ломимся вперед, не ломимся, отрабатываем. На огневом контроле работаем, ну его нафиг. Ломиться там куда-то, неинтересно. Тыщ. Что это он такой живучий? Так, вроде пока нормально. Но это опять же начало самое. К концу мы... Что у нас по сканлоуду? Есть что интересное?
Боеприпасы, запчасти есть. А если найду? Так, поджимаемся сюда и сейчас от угла попробуем. Что-то впереди есть. Наши куда-то шмаляют. Нормально. У меня тоже таргет и тоже даун. Да... Блин. Поймать момент хитро. Да блин, ну что ты будешь делать? Поехали дальше. Так, мы сейчас в низинке. Это хреново. Нас с горы сейчас как развоплают. Таргет еще. Блин, а что они все в меня стреляют? Стреляйте вон в них. У нас один кто-то самый умный. Мия самый умный. Или самая умная, хрен поймешь. Что там вот там, вот там у вас, что у вас там, Атлас, небось? Или какой-нибудь циклоп CPS? Тихо. Волверин. Огонь, огонь. Эй, тормоза. Как понесся с горки, хрен остановишь. Интересно, а здесь Волверин такой же живучий, как он в Mercenaries? Вон еще один. Бум! Как он подпрыгнул. Не, вроде не рванет. Ну поехали тогда дальше. Не, одного уже 79. Ну, получал тоже. Чувак, кого? Что это было? Куда вы шмаляете? Куда они пуляют? Что с ними не так? Идем дальше, там впереди что-то интересное есть. They'll try, or buy Valisec enough time to scurry into another hole. A cornered animal will do what he must. Так. That is why we need to watch our step. И стой. Что-то нашел. Что-то нашел. Тихо-тихо. Сопротивление кому? Мы туда еще не дошли. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нам идет. Нам идет. Он нас спалил. Он хитрит. Он сейчас от угла хочет отстреляться и уйти. А я тоже так хочу.
бацнул в него. Проходим. Да, конечно, да. Стреляйте в стенку сколько хотите, ему от этого ни тепло, ни холодно. Работайте, работайте, работайте. Он помирать должен. Да блин. Как же их так тянет-то в упор? Локуст! Мочите! Мочите локуста! Ты тыщ! Ой, захромал что-то, да? Все, минус. Идем дальше. Так, 400 чего-то там. 400-300 метров. Тихо. Танки! Танки, танки, танки! Отрабатываем по танкам. Попал! А толку ноль, что-то они крепкие, блин! Вот этого, быстрее! Валите его нахрен! Да что ж вы тупари-то такие? А я сопли жуют. Вкусно? Я ничего не пропустил? Поехали дальше. Тихо, тихо, тихо. Куда ж ты несешься так? Роджер. За это форматив. Чё? Минус. Минус. Тихо. Мех, 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 мех. Диндикатор. Диндикатор. Ну, давайте, давайте. Чем он ближе подойдет. Все, фокус. Ну опять он передо мной будет стоять. Это же так классно передо мной стоять. Ой, как я ему под... Попал в него. А этот таргет почему не даун? Подождите. Отсканируем. QR-код, ё-моё. Так, идем дальше. Я что-то сломал. Тихо. А, все. Ладно. Третий, так третий. Хоть 15-й, нет, что. Так, вот здесь надо притормозиться. То сейчас выскочу, а там стоят 4 сталкера, 2 атласа. И привет. Не достать. Проходим неспешно. Стой! Хорошо, идем дальше. Ну, You have more hostiles incoming. Shred them. Ну, это... Fools, dying in service to Valisec. Тихо.
И бланкш. Что-то там упало большое, страшное. Фокус. Фокус, фокус, фокус. Убирайте его нафиг. Он уже должен падать. Он уже мертвый должен быть. У меня хит критикал. Все, давайте сами разбирайтесь. Я падаю в водичку. В лужу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня перегрев, я это самое. Да дайте выйти. Я куда-то залез, не туда, что ли? Вроде водичка. Бам, врезался куда-то. Все, убрали? Так, что у нас? 70, 69, 77. Да зачем ты там стоишь, ты глупый пингвин, блин. Ты еще, блин, на него жопой сядь, блин. Когда он бабахнет. Чтоб прям наверняка уже не ошибиться. Мало ли, вдруг он не сможет. Решительный удар. Прям решительный. Тихо. Слышу писк. Нужно засканить. А что, волосёк? Волосёк, волосок, он что? Что, не понял, что ли, что как бы у нас-то все круче, чем у него? Ну, боевой мусорник не помог. Если боевой мусорник не помогает, там надо бежать уже. Так, мы куда-то пришли. Наши? Я сомневаюсь, что они наши. Ну, заходим в гости. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. А тут 100 грамм, то там 100 грамм, а то оно и утро. Тихо, 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 тихо. Куда ты так разогнался? Пи-пи-пи-пи-пи. А я что-то сломал. Что ты? Да ты ж взорвалось. Так, а что там такое у нас? О, смотрите, что я нашел. Тихо-тихо-тихо. Так, я что-то пополнил. Я могу отремонтиться. А они могут отремонтиться? Или мне надо пересаживаться в каждого меха и самому ремонтить? Вот вопрос, кстати. Кто шарит, прям шарит, прям шарит. Чтобы починить остальных, мне надо перепрыгивать в их мехов? Отойди. Отлично. А, он одноразовый. А, он одноразовый, видимо. Ну ладно. Так, а нам куда, собственно? Нам, собственно... Нам сюда. Поехали. Так, нет, нам не сюда.
Нам однозначно не сюда, ни разу вообще не сюда. И ну, если вот так. Нет, тоже не то. Можно копыта себе переломать, куда ты это едешь? Поехали. Где зашли, там и выйдем. Я думаю, так. Самое логичное. Может, там и можно спрыгнуть. Я хрен его знает, но рисковать неохота. Мех дорогой. Ремонт дорогой, снаряды дорогие. Как говорили в World of Tanks. Нас турели будут защищать сейчас. Яростно. Со страшной силой и ненавистью в глазах. Правда, толку, я полагаю, не будет мало. Здрасте. Мех. Ты ищ. Фокус. Давайте фокус с него. Ой, он весь почернел. Все развалился. Второго здесь где-то бегает. Вот он. Убирайте его. Да блин. Так я его не достану. Это ищ. Звук, конечно. Иди ты в эту самую. Не лезь куда не надо. Control fire, блин. Лезет прям в прицел. Вот. Что за манера встать именно между мной и между ним? Друг твой, что ли? Одноклассник. Приготовились. Огонь! Ну давайте, это же всего-навсего джавелин. Но даже в рамках этой самой внутренней сферы не самый мощный мех. Фокус. Я говорю, фокус. Чё ты там балабольствуешь? Ты фокус, а потом балабольствуй. Ладно, играем это. Есть. Фокус. У меня тут перегревы пошли. Ладно. Есть еще один, если что. Тык. Привет. Да куда? Вот это он сорвался. Ты тыщ. Да. Вот где он. Иди ты, знаешь. Поспи. Водички попей. Таргет того, этого. Фокус. Почему вы сами не стреляете, пока я вам не скажу? Нет, он прямо мне в лазеры впрыгнет, а потом начнет орать friendly fire, смотрите, куда стреляете, вот это вот все. Вот этого убираем. Быстро, убирайте его. Че? Ну, у тебя вторая еще есть. Ногой пина, если что. Ты клановый боец, ёкарный по голове. Ты чё? Убрать его быстро. Weapons online. Ё-моё. А, опять интернет отключили. Да что ты будешь делать? Падать он отказывается. Индикаторы тут бессмертные какие-то. Чего? Пикап? Ты погоди, пикап. У нас тут такой пикап творится, что... Уберите его. Блин, я включил режим этого самого.
Я не понимаю, почему пушки не работают, но я гений. Критический урон, критический урон, критический урон. Так, Паласика вывели на чистую воду, ему некуда бежать, его дни сочтены, пора с этим покончить. А-а-а-а-а, прятская мразь больше не будет править с Сантандером. Ну, ладно. Ну, ладно. Если уж вы так говорите, окей. Так, суммарный опыт пилота. Выполнено задание, выжил на задание, убито. 225. Кого я убил 225? Ну, это, видимо, очки за того, что контрапупил. Больше урон, рекорд убийств, урон врагу золота. Бита. Ну, вот. Как-то так. Так, затребовать. Hey, Naomi. Can you hold up for a second? I just wanted to say good work out there. And sorry for not reaching out sooner. No apologies needed, Star Commander. Jaden is fine when we are off duty. Aff, Jaden. Truth be told, I am happy for a chance to see action for a change. For a change? You have fought in the trials before, Quia? Have. But that was nearly a decade ago. A decade? I formerly served with the Jaguar Grenadiers, but my galaxy commander, Andreas Showers, stifled my career by bidding away my star at every opportunity. Why not challenge such an obvious звезды? My entire star did. Unsuccessfully. Did you try transferring to another galaxy? Aff. But Andreas barred it. The sick bastard kept me around to pad the cutdowns of his bidding. After Andreas died, I successfully petitioned Commander Perez for a transfer to Beta, where I was paired with you and your Sibkin. Well, you have been a valuable asset to us so far. The Grenadiers lost out. Thanks. This invasion is my opportunity to make up for lost time. This may be my last chance to make something of myself, to avoid reassignment to a Salama cluster. Those clusters. They are for the old and dying. You have plenty of time before that day comes. Time comes for us all, young Kit. If you live long enough, you too may have to come to grips with that reality. But thank you, Jaden. Your optimism is a refreshing change from the one-upmanship I am used to. Naive as it may be. Вот такие пироги. Кто-то, значит, торговал ее звездой. Кто-то торговал звездой, и вот, в общем, такие вот дела. Нова. Оси. Сервис. Чё? Чинить. Подтвердить. Так. Сервис. Научная лаборатория. По разработке шасси. Чего? Кого? О! Затребовал.
Так, рыночная, рыночная, боевые мехи, оружие, боевые мехи. Разблокировать. Ново. Ох ты ж, ё-моё, ты посмотри-ка, чем он увешан весь. С одного залпа, наверное, сдувает. Разблоким. Разблоким, блин, да, разблокируем. Твердите. Ново. 12 медиум лазеров. 12 штук. Ну, это да. Это уже, это что, вот это уже что-то начинает напоминать. Прям какую-то жесть. Блин. Надо будет взять его покатать. Так, ну вот. Король пиратов, наверное, будет последняя миссия. Ну что, давайте подводить итоги сегодняшние. Непрочитанное уведомление. Что случилось? Ново медиум разблокировать. Уже разблокировал. Что, дальше штурмы пойдут? Фига себе, блин, чудовища какие-то. Но эти уже прям вот реально выглядят как что-то прям, что-то прям такое. Средний мех, который 8 лазеров на себе тащит. Это... У меня были мехи, которые столько на себе таскали. Че опять? Время перезарядки пушки Гаусса. Я какое-то исследование там ставил, оно закончилось. Вот, теперь у меня пушка Гаусса перезаряжается быстрее, но у меня ее нет. Итак. Ну, в принципе, по поводу меха я доволен. Мне понравилось вот с двумя лазерами бегать. Куда он, кстати, второй подевался, хрен его знает. Он починенный уже, что ему надо. Вот, в общем, с двумя лазерами, с большими бегать, по-моему, интереснее, чем с одним Гауссом. Как по мне, вот прям интереснее. Вот. Не знаю, надо там смотреть, какие там еще есть вариации, но пока, в принципе, мне понравилось. Кстати, я ПРС уже даже здесь видел. Можно будет даже куда-нибудь ПРС кому-нибудь воткнуть, куда-нибудь. Так что вот, вот, в принципе, кланы начинают проявляться, чем, в чем их отличие. Это все-таки их крутизна начинает постепенно просвечивать. Если дальше все будет еще круче, так это прям будет вообще зашибись. Прям очень даже зашибись. Мне уже нравится, если честно. Вот. Единственное, что вопрос возникает по поводу этой самой звезды, которая сразу... Почему во внутренней сфере копье, а здесь звезда? Кто из специалистов вот по вселенной, черканите, кому не жалко. Вот. Такой вот вопрос назрел. Ну, а в остальном я прям вот жду еще более крутых мехов, которые прям будут разрывать. Этот вон на двух лазерах уже огорчал, мама, не горю. Единственное, что грелся. А у новой уже 8 лазеров. Это прям будет больно. Я подозреваю, что это будет очень больно. Вот такие вот пироги. Ну что ж, на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал и проставиться лайком. Всем всего. До встречи. Не реагирует на требования обстановки.